Как жизнь? Ну, здорово. Время дорого. Рассказывай. А такое, слышали? Не разъехались в зоне наемники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролер, что у перекрестка засел, доволен. Вот, мол, как удачное место я выбрал. Давно хотел на настоящие подставки и разборки поглядеть.
Какие новости, сталкер? Спокойно. Чем могу помочь, сталкер? Короче, Хохман. Заблудился сталкер. Идет и кричит. Люди, ау, эй, кто-нибудь. Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он оборачивается, а там здоровенная такая, ну, страхолюдная тварюга. И говорит ему печально. Ты чего тут разорался? Сталкер. Так я это, того, заблудился я. Думаю, может, хоть кто услышит. Тварюга вздыхает. Ну, я услышала. А смысл? Слушай, завязывал бы ты хохмить, ну задолбал, честное слово. Сорвался как-то на базе у свободовцев кусок шифера с крыши. Зашибло кого-то. Как всегда, собралась куча народу. Все это чувствуют, ну да, это же легче, чем шифер нормально прибить. Вот, мол, не повезло мужику. Потом пригляделись. А то не мужик, а зомби. Прямо на территорию забрел. И что думаете, стали они за голову хвататься и посты усиливать? Ни хрена! Стали еще сильнее убиваться. Это ж надо ужас какой! Развелось, мол, твари, и плюнуть некуда! Так до сих пор и убиваются. А хорошо. Что я еще слышал? Стоит сталкер у перекрестка в зоне и указатели читает. Направо — аномалии. Вперед — монстры. Налево — кабаки и девки. Подумал сталкер, подумал и пошел вперед. Думает, выживу, надо будет у бывалых спросить, что за ужасы такие новые непонятные — кабаки и девки. Да 100 лет ему в обед, и вот такая борода.